Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Иванова наука». В сегодняшнем выпуске давайте разберемся, как могут выглядеть и должны выглядеть разнообразные биопрепараты, которые в основе своей имеют или бактерии, или грибы. Разнообразие биопрепаратов сейчас просто восхищает, да, огромное количество разных всяких, с разными свойствами, с разной ценой, доступностью и составом, и так далее, и так далее, и так далее. Вот как они должны выглядеть? Сперва давайте разберемся с таким грибным препаратом, который в своем составе содержит триходерму. Вот триходерма в лабораторной культуре выглядит вот как такой вот мицелий со спорами на поверхности жидкой среды. Вот изначально вот эти вот колбы были все абсолютно прозрачные. Вот такие как водичка, абсолютно как водичка. При этом могут разные изоляты триходермы выделять какие-то цветные вещества. Например, вот как эта триходерма выделяет такой вот желто-зеленый пигмент. Вот это немножечко так желто-зеленый пигмент выделяет. И все они выглядят, ну, вот таким вот образом. Но согласитесь, они достаточно разные. При наращивании в промышленном наращивании, как правило, используется то, что называется барботация. То есть идет активное перемешивание вот этого вот мицелия со спорами. По этой причине сам препарат в большей или меньшей степени может содержать кусочки мицелия, но в целом будет оставаться более-менее прозрачным. Вот смотрите, видите, это очень плотная лабораторная культура. Я вот ее взболтал, смотрите, смыл отсюда споры, и фактически это и есть препарат. Сколько вам попадет вот кусочков этого мицелия, или вам попадет только культуральная жидкость со спорами, это, как говорится, то ли со дна, то ли с верхушки вам получилось налить. Но качество от этого препарата совершенно не меняется. Он в любом случае ценен тем, что находится вот здесь вот в культуральной жидкости, потому что здесь находятся споры. Вот давайте посмотрим на два препарата триходермы от одного производителя. Вот смотрите, вот какой может быть он. Он может быть вот такой, да, то есть это где-то вот там гуща попала. А может быть и вот такой вот, да, немножечко пожиже. Ну, тоже с какими-то включениями может быть. Их может быть больше, их может быть меньше. В любом случае, препарат этот является абсолютно качественным и рабочим. Вот давайте посмотрим профи триходерма. Что там у него внутри? Вот видите, это культуральная жидкость. Культуральная жидкость. Ну, что-то там может немножечко болтаться, но в целом оно должно выглядеть вот примерно в таких пределах. Вот так вот выглядит метаризиум в лабораторной культуре. Более травянисто-зеленый и белый мицелий. Вот таким вот образом он тоже в лабораторной поверхностной культуре может выглядеть. Он вариативен, он более зеленый, более бурый. Он такой не настолько изумрудный, как триходерма, но в целом тоже вариативен. Бавария, я тоже показывал, в лаборатории выглядит как белоснежный, мучнистый такой, сильно рассыпающийся на споры мицелий. Ну вот посмотрим, как метаризиум выглядит, который произведен. Он тоже выглядит как вот такая вот, может быть, чуть желтоватая, может быть, чуть более светлая, вот такая вот жидкость, наполненная спорами. Кусочки мицелия тоже могут попадаться, это допустимо, но в целом самое главное, чтобы в препаратах баверии и метаризиума у нас находилось большое там количество спор. Вот давайте посмотрим баверию, какая она может быть.
Видите, она может быть чуть светлее. Сейчас я расскажу, от чего зависит состав среды. Видите, там могут болтаться тоже кусочки мицелия. Споры вы, конечно, глазами не увидите. Ну, вот так вот это выглядит, это абсолютно нормально. Цвет среды, в которой заселяют микробики и грибы, и бактерии, может быть абсолютно прозрачным, как вода. Но здесь вот у меня еще немножечко осадок минеральных солей, что, в общем, тоже вполне допускается. Весь этот осадочек сами микробики растворяют совершенно чудесным и замечательным способом. В такой среде очень хорошо растут и триходерма, и баверия, и, в общем-то, метаризиум неплохо растет, и все бактерии, с которыми вы можете сталкиваться в биопрепаратах, разве что за исключением Bacillus thuringiensis против насекомых, она тяжело в этом деле растет. Там нужны очень специальные среды. Когда препарат наращивается в обыкновенной солевой среде, солево-сахарной среде, то есть минеральные соли плюс сахароза, глюкоза, что-то еще, то в этом случае он выглядит, сам препарат, как мутненькая водичка. Вот видите, препарат совершенно, так сказать, готовый. Просто мутная водичка. Если дать ему постоять, то там, например, споры или там что-то еще осядет, и это вообще может выглядеть почти как вода. Ну вот, например, да, это пример такого готового насыщенного препарата с очень большим количеством клеток здесь внутри. Вот там вот немножечко осадочек клеточный болтается. Но, в общем, это абсолютно стандартная история. Ну вот еще один, который выращен на сахарно-солевой среде. Вот еще один, который выращен на сахарно-солевой среде. Это окалышки какие-то с пробки вот с этой сваливаются внутрь. Ничего страшного. Поэтому он может выглядеть, и бактериальный препарат, просто как обыкновенная водичка. Вот еще один, да, вот он взмучивается немножко. Да и то там почти ничего не взмучивается. Но это с очень-очень хорошим титром культура бактерий на простой сахарно-солевой среде. Другое дело, когда производитель начинает немножечко колдовать с составом среды. Но почему это вдруг производителю надо начинать колдовать с составом среды? Например, когда сезон высокий и когда необходимо быстро наращивать этих микробиков для того, чтобы обеспечить хороший титр и хорошее качество препарата. В таком случае к среде может добавляться, например, патока, ну в данном случае мальтозная ржаная, как один из вариантов. Также может добавляться свекловичная или тростниковая меласса, они все черного цвета. Вот посмотрите, вот свекловичная меласса, да, она прям черная, ну как смола, такая темно-коричневая. Даже при разбавлении в 30 раз она все равно выглядит как черный-черный какой-нибудь квас или темное пиво. То есть цвет этот сохраняется очень сильно. Также для улучшения роста, ускорения роста бактерий может добавляться ржаной солод, также пептон может добавляться, также может добавляться дрожжевой экстракт. Все это приводит к тому, что цвет препарата может изменяться и может таким образом колебаться от какого-нибудь, ну, почти водяного, да, вот почти водяной прозрачный такой вот цвет, это если ничего не добавляется, и быть вплоть до коричневого цвета с всем вариантами, со всеми вариантами желтых оттенков. В результате точно так же варьирует и запах препаратов. Если в препарат добавлялся пептон, это один из самых дорогих компонентов питательных сред для микроорганизмов, то препарат может подванивать и прям-таки крепенько подванивать. Если добавляется меласса, то препарат может приобретать запах, ну такой даже немножечко фруктовый, такое бывает. Если добавляется дрожжевой экстракт, то препараты, как правило, тоже крепенько подванивают, потому что они превращают и пептон, и дрожжевой экстракт, и даже меласу в какие-то, ну, такие вот крепко пахнущие вещества. Это же микробы, понимаете, они же живенькие. С наименьшим запахом будет препарат, когда там использовалась для его наращивания
только солевая сахарная среда, когда брались минеральные соли плюс глюкоза, сахароза, ну или какой-то еще источник углерода. Поэтому, когда вы в очередной раз берете препарат, да, и смотрите, что он как-то, может быть, не совсем так пахнет, вот как вы привыкли, да, вот как вы привыкли, он не совсем так пахнет. Или немножко выглядит не так, как-то по-другому он выглядит. Раньше был темненький, например, а теперь стал светленький, уже он не такой, да, как раньше. То вы совершенно за это не переживаете, потому что я вам уже рассказал, что они очень вариативны и зависит от того, ну вот, во-первых, там, когда грибочки, то гуща там вам попала или споровая масса, и во-вторых, это очень зависит от компонентов сред, которые кладет производитель в зависимости от ситуации на производстве. Что ж, я гарантирую вам, что препараты, о которых я говорю, они качественные, потому что они проходят двойной контроль. Причем один контроль как бы не слепой, а второй контроль слепой, потому что контролер не знает, какой препарат ему предоставили, от какого производителя и что это вообще такое. Дает ему, соответственно, абсолютно объективную оценку. А по внешнему виду они, конечно, могут быть очень разные. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи. Thank you.